тысячу еще. Да, отлично, каменные заборы рушат, а железный фонарь не может. Причем железный фонарь очень тонкий. Едем, едем, соседние села. Чем меня подбили? Это винтовка. Куда ты башню разворачиваешь свою? Вот. С винтовкой, ПТ. И сколько у него здесь ПТ винтовок? Господи, я не подбил танк. Представляете? Вот это, ребята, все. Это просто иллюстрация этой игры. Просто воспользовался преимуществом, рельефом, объехал грамотно. И просто он мне показал фак. Как бы ты хорошо здесь не пытался сражаться, все равно тебя здесь пошлют нахер.